Так, я нашел телефон Nokia. Позвонил маме хозяева. Хозяина, да, там ребенок. Вот, Nokia. Телефончик. Оп. Я позвонил. И мы договорились о встрече. Здесь неподалеку. Так, я договорился именно здесь. Это институт повышения квалификации. Ждем маму хозяина. Все. Телефончик обычный. Ничего себе такого не представляет. Ценность небольшая. Так, вон она хозяйка идет. Да, я звонил. Мой телефончик. Дедушкин телефон чуть не потерял. Спасибо вам большое. Это вчера 9 дней у дедушки было. Вот на память остался ему телефон. Только звонила, вот уже их штуки 3 или 4 потерял. Телефон. Ну, да, аккуратнее. А я как раз там иду, смотрю телефон. Да, спасибо большое. Что-то не отключен. Спасибо большое. Да, не за что. Ну, все. Сделал хорошее дело.